Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее наше видео мы хотим посвятить нашему новому аппарату, аппарату от народных традиций. Аппарат мы решили назвать «Верный Эко». Выполнен, как всегда, на высоте. Качество исполнения, никаких швов, полировка, все блестит, все красиво. То есть аппарата Царга с насадкой, панченкова сетка стоит, дефлегматор есть. И холодильник кожух трубный. В комплекте с аппаратом будет идти термометр. В верхней части в паровой зоне будет измерять температуру. Вот. Вот сегодня мы его хотим проверить, протестировать, так сказать, в бою. Какую скорость он нам выдаст. Хочется отметить отличие этого аппарата от любимой и верной. Всем уже известные наши аппараты. То есть у него нет разъемных частей дефлегматора, холодильника. Он не разборный. Немножко упрощенная версия. То есть для тех, кто не планирует модернизировать, из него делать какую-то колонну для спирта отбора там, или там еще какие-то вещи. Отсутствие соединений, что его упрощает и удешевляет. Вот. Но при этом качество исполнения и продукт, получаемый на выходе, будет на высоте. Я в этом уверен. Сейчас мы в этом убедимся. Значит, основной холодильник у нас кожухотрубный. Внутри также проходят 4 трубки диаметром 10 мм. А дефлегматор у нас рубашечного типа. Включаем наш аппарат на разгонную мощность. Плитка у нас мощная, позволяет включить 3,5 кВт. Перегоняя брагу, спирт, сырец, мы сейчас подключили воду на основной холодильник. Дефлегматор мы не используем. Дефлегматор, вода не подается, колонна не работает. То есть это нам сейчас не надо. Значит, задача получить из браги спирт, сырец. Промежуточное сырье, с которым мы будем уже потом отбирать головы, хвосты. Продукт пошел, убавим мощность до 2,5 кВт. Сейчас померим скорость. Значит, одновременно синхронно это сделать. Значит, одну минутку ставим таймер. Оп, время пошло. Так. Посмотрим, сколько за минутку у нас накапает. Я бы сказал, натечет. Что? От капанье это далеко. Не капанье. Так, отметим, да, плитка сейчас 2,5 кВт работает. Дистиллят прохладный. Так, что у нас получилось? 5,4 литра. Значит, накапало у нас 90 миллилитров за минуту. Умножаем на 60. 5,4 литра. 5,4 литра в час. С такой скоростью при 2,5 кВт. Сейчас померим, какая у нас температурка. Ну, 22,5 где-нибудь. То есть на ощупь он прохладненький. Аппарат оправдал наше доверие. Мы получили скорость 5,4 литра в час, достаточно неплохую, и прохладный дистиллят 20 градусов, нагрев плитки 2,5 кВт. По-моему, неплохо. И так невкусно. Что, рюмки давай?